Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться своей счастливой посылкой Happy Mail от Mixed Media Place. Только что забрала с почты, открыла одну из двух коробок и хочу вам показать, значит, что мне пришло. Я уже, честно говоря, не помню, что я там заказывала. Очень много всего. Часть из этого пойдет, большая часть, на мастер-класс в Ростове. Вот, а остальное я буду использовать для себя. Вот, такие вот металюшечки от Finabuyer, да, Premium Marketing, циферблаты. Они небольшие, есть побольше коробочка тоже с циферблатами. Я купила, которые меньше. Вот такие металюшечки. У меня уже такие были, я заказывала здесь в России. И теперь я заказала, такие же у меня кончились, я заказала в Mixed Media Place. Тоже Finabuyer. Так, заказала я на пробу вот такой шнурочек от Primo Marketing. Мне понравилось то, что он армированный. То есть написано, что он армированный. Очень удобно, да, так и есть, то есть очень удобно делать те сгибы, которые нужны тебе, да, а не которые веревочка тебе указывает делать. Вот такой вот черный ко всему подходящий шнурочек, тоже очень я довольна, то, что это оказалось то, что я думала. Так, пасты, это вот уже пошли материалы для Ростова. Вот такая моделирующая паста от Finabuyer, которой я пользуюсь уже последние полгода. Очень она мне нравится. Незаменимый 3D Gloss Gель, прозрачная паста, тоже от Finabuyer, которую я использую также для приклеивания топпингов в своих работах. Естественно, прозрачный Gesso, который у меня уходит очень быстро. Для грунтовки бумаги я его использую. Белая кракелюрная паста, тоже от Finabuyer. Такой у меня нет, у меня есть золотая, платиновая и прозрачная. Вот я решила себе еще вот такую белую заказать, очень хочется попробовать, думаю, что в ближайшее время я это сделаю. И у меня закончился черный грунт, который я использовала для комодиков. Он у меня весь ушел на Москву практически, и поэтому я заказала себе еще одну целую баночку. Так, здесь вроде бы все, больше нет. И еще вот такая коробочка. Сейчас я ее открою. Вот такие штучки я заказала, наконец-таки, очень я хотела попробовать, тоже от Finabuyer, Primo Marketing. Это глиттер на подобие осколков стекла, то есть это очень крупный глиттер, напоминающий осколки стекла. Взяла два таких распространенных цвета, платиновый и медный. Один для работ в холодных оттенках, второй для работ в теплых оттенках. Тоже очень хочу попробовать, люблю топпинги, таких у меня еще не было. Так, значит, дальше. Хотела тоже металюшки от Finabuyer, они с эффектом ржавчины, я таких еще, такие не брала еще. В этот раз я решила заказать себе вот такие звезды и тоже вот такие ржавые элементы по типу шестеренок. Очень классные.
Так, здесь, значит, два холста у меня. Холсты там дешевле, чем я здесь покупаю в магазине для творчества и в магазине для художников. А вот такой вот холст, наверное, он 24 на 18, точно не скажу. И вот такой холстик 10 на 10, вообще классный. Обязательно сделаю с ним работу. Я у нас таких не встречала, по крайней мере, в Пензе, маленьких форматов. Вот, очень хочу попробовать, прям такую малютку заказала. Вот такие штампы новые. У меня штампов уже очень много, но мне всегда хочется чего-то новенького, и поэтому я себе позволяю 2-3 штампа в посылке новых купить. Вот такие классные фоновые штампы. Вот такие крышки у меня тоже закончились. У меня уже такие были. Достаточно быстро они у меня закончились. Тоже очень интересно смотрятся в работах, как и любые круглые элементы. И бумага, значит, здесь пару листиков я заказала для себя. Вот, буквально 3 листика из коллекции Верана Азул, вот такой вот мятный листик. Из коллекции новогодней, которая у них была. И вот достаточно старой коллекции Cold Country. Тоже такой фоновый листик я себе взяла для страничек. А вот эти листы, это уже я взяла для мастер-классов, которые пройдут в сентябре в Ростове. Новая коллекция. Это предыдущие коллекции, а это Homegrown, новая коллекция. От 7 Dot Studio. Из этой коллекции мы будем делать алкогольный альбом. А другая коллекция, у меня было достаточно много листов, мне прислали в качестве дизайнера, поэтому я себе их заказывала уже непосредственно в 7 Dot Studio. Вот, на этом все. Такая вот интересная посылочка. Надеюсь, вам понравилось. Будут вопросы, спрашивайте. В моих видео можно посмотреть все эти красочки, которые я заказала. Творите с удовольствием. Всем пока!